Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Ну вот предложили наши зрители, Колесникова, там Николай с Анной, все их не найдут никак, где-то они встретятся мне, чтобы каждый день давать такую тему, вот, вопросы, пожелания, события дня, люди могли задавать вопросы, ну вот, дожили до 2016 года, за вчерашний день мы утром начали делать, потому что ночью еще приходят, а мы уже отдыхаем, вот, считай это, сегодня, ну, такое будет. Вопросы, передаваемые мне из ВКонтакте, Одноклассников, из других ресурсов администраторами и модераторами на наш форум, а потом возвращаемые ответы попрошателям, теперь видны на нашем видеоканале «Во свете Библии» открытым оком. Ну вот так, Василий. В теме вопросы, пожелания, события дня. Задавайте вопросы. Ну теперь объявление я говорил, коротко сказать, прочитать еще раз надо, пока никто не отвечает. То есть посмотрели и отошли, помощи нет никакой. А ведь есть люди, которые более свободные. Уже не первый год меня просят составить на каждый наш видеоролик хотя бы краткое, но точное описание, что на нем есть, для облегчения поиска нужного ответа. Отвечаю, мне с этим не справиться, даже при всем желании. Кое-кто соглашался слушать полностью ролик и мне прислать краткое содержание, которое я выставлю внизу в пояснении. И по нему поисковик приведет в ролик с нужным ответом. Обязательно указать, на какой минуте и о чем. Прошу всех, кто заходит на наш этот видеоканал «Во свете Библии» открытым оком, помогите это дело исполнить. Возьмите один ролик и до конца прослушайте, сделав оглавление, помечая содержание простыми словами. Ну, все так понятно, что сделать нужно. Вот. Сразу некоторые еще пометки делаю. Я уже говорил об этом. Если вот такие вот цифры, где-то непонятно, кто-то прячется, ну, в дальнейшем не буду ставить. Непонятно, с кем разговаривать. Или, может быть, он через забор живет где-то. Ну, ставить фотографию и заходить теперь самим на наш форум. Ну, а наш форум, это очень легко посмотреть. Вот он, наш форум. Вот, пожалуйста. Я сейчас его потом покажу. Просто зарядите форум Игнатий Лапкин, в Яндекс ставьте, больше ничего не нужно. Ну и при том, вот в Яндекс заходят и начинают внизу предложение одно, потом пройдет маленькое время еще раз, а у меня он дает сигнал колонки, и тут загорается что-то, я отвлекаюсь, у меня другие дела, там с книгами работы, подойду, тот же самый человек, 2-3-4 раза подряд, тогда я предупреждаю, ко мне здесь ссылки можно делать один раз только в неделю. Один раз. Мне это очень мешает. Ну, были такие некоторые люди. Я ему говорю, он тут же опять. Я их закрываю, они больше никогда не придут сюда. Ну, зачем до этого доводить? Ну, просто, я же не могу какие слова подобрать. Приходит ко мне в дом и начинает, ну, и тебе надо, некуда тебе сбросить. Ты не знаешь что-то там. И при том не спрашивает ничего, а просто где-то какой-то ролик нашел, кидает. Я же не знаю. Трачу время, открываю, смотрю. Прямо замучает никак. Не делать этого, я очень прошу, не делать. Вам это не на пользу. Это мой регламент, это мой ресурс. А если когда-то нужно будет говорить, я говорю. Выходить по скайпу, ну, внизу сначала напишите, чтобы я увидел. И тогда я посмотрю, может, нет ответа, нет, значит, отпадает. Нет, я дам ответ. Даже здесь и то, не знаю как. Теперь, ну, вот я получил, что письмо с администрации. Сейчас стали сомневаться, что это подделка, никакая это не администрация. Я же покажу, как говорят. Дальше. Считай. С-882. А ты не надо писать. Нет имени, нету, значит, не считай даже. Не в ИГИЛ надо ехать, а в Казань и Уфу. Именно с этих двух регионов больше всего добровольцев и сочувствующих ИГИЛ. Ну, сказал, да, что ничего нету. Что молится об этом, об ИГИЛе. Ну, очень сомнительно, очень. Народ никакой, просто никакой. И там, которые показывают ревность, те, которые, говорят, рожают много. А воюют с кем? Те, которые не рожают. Ну, на истребление поставлена страна-то. Неужели ничего это нельзя видеть-то, что... Ну, кончина подошла. Дальше. Алексей Мухомор Грибоедов. Скоморох Мухомор. То ли фамилия его, то ли девичья фамилия. В скобках пишут девичья фамилия. Скоморох Мухомор. Что отвечать? Что он пишет? Как же можно молиться за беса в облике людей? Василий Великий молился о физической погибели Юлиана Отступника. Путин Шаломов, развязавший геноцид против русских и зажигающий и минору в Хануку с хасидами и свечу в Пасху в церкви, во много раз хуже императора-ренегата. Разве нет?
Ну и зачем мне судить? Я могу только молиться. Ренегат против. Мы проехали по всей стране. Выход за границу был. Свобода. Хороший строй при Сталине был. Я бы никогда туда не вышел. Это социалистический строй меня сажал, а при этом не трогают. У меня бы не было ни книг, ни поездки, ни детского лагеря, ни деревни, ни интернета, что здесь есть. Не насчитано такие сокровища. У нас абсолютно все требует рассмотрения. Если сайт, я скажу заранее, во всей мировой сети такого сайта нету. 50 книг аудио голоса моим насчитано. Златоуст, 12 томов, житие, 12. Ни на что не смотрят. И вот это что, и нападает, которые все, это все патриархийные. Дальше видят. Чаще исповедуйся, чаще причащайся. Бесноватые совершенно. И кто их довел до этого? Служители, каков поп, таков приход. Дальше. Игла, статистика на Святую Библию. Вот. Я, ну, раньше, когда обратился в 62-м году, и мне встретилась статистика на английском языке. Я тогда занимался, я с англичанами встречался, разговаривал. Не такой был я. У немцев выступал в собрании, проповеди говорил на немецком языке. Сейчас ничего нет, 50 с лишним лет позади. Но натолкнулся в английской литературе, что сколько слов, глав, букв в Библии. Ну, больше ничего нет, там ни канонических не было. И с тех пор я 50 лет почти, ну там 48 искал, есть ли статистика на русскую Библию, чтобы полностью все было-то, нету нигде. Ну, уникально это дело, не уникально, любому скажи. А зачем это? Ну, зачем это? Вот роба несытая. Я сейчас покажу, что когда этот вопрос возник, я решил заняться. И вот что получилось. Сейчас считай. Статистика на Библию в русском переводе по синодальному изданию 1876 года. Канонические книги Ветхого Завета. Бытие. Вот, так, теперь смотрите. По порядку все книги идут. И это тоже уникально. Нигде больше нету в интернетной сети. Это наш труд. А, вы хвалитесь. Даже показать ничего нельзя. Умирают от страха. То есть могли бы это сделать? Да не по зубам. Как говорится, кишка тонка. А надо это знать. В конце увидим, что надо или не надо. Лучше будут бездельничать, блудить, пить что угодно, но не будут заниматься. Я же Библией занимаюсь-то. И что? Бытие. 50 глав, 1533 стиха, 28420 слов и 125411 букв. До одной буквы. И теперь по порядку, если можно, увеличь вот это, отпечатать, мы не будем считать. Подойти тут как-то. Вот. Кому надо будет, скажите, я могу даже сбросить это. Дальше. Плащ Иеремии. Вот так. Вот Малахия. Ну, первое, глав, стихов, слов, букв, везде. Да, каждую книгу Библии. Уникальный материал. Ну, почему этого никто не делал-то? Я сделал, теперь начинает долбить или что-то, не знаешь да что. Дальше, неканонические книги. Монастина молитва. Это не просто книга из канонических книг, но там не каноническая глава. Новый Завет. А вот теперь давай вслух прочитай. Читай Ветхий Завет. Ветхий Завет из канонических книг. 39 книг, 929 глав, 23272 стиха, 438906 слов. И 2 059 465 букв. Ну, даже просто услышать. Ну, интересно будет. В английском языке я там ничего не нашел. То есть это впервые, может быть, в мировой практике. И везде приходится быть впервые, впервые. Ну, меня Бог на это избрал, и я делаю это дело. Я сейчас покажу, что впервые сделано. Впервые. И не впервые ни за день, ни за два, за все существование Библии, за 3600 лет. Ну, что-то это стоит, нет? Какого тут корабища вам? Метара нужно искать. Когда ясно дело, что ну, никто не берется. А почему не берется? Почему никто Златоуста не насчитал? По сегодняшний день нигде нету. 12 томов. Почему? Дальше. Все неканонические книги входят также 13-14 главы пророка Даниила и молитва Моносии. 2 Паралипоменон, 36 глава. 172 главы, 5855 стихов, 100780 слов. Понятно, это не канонические книги еще что вошло. Дальше Новый Завет содержит. Новый Завет содержит 20,
7 книг, 260 глав, 7955 стихов, 129596 слов, 612909 букв. У меня есть сравнение с Кораном. Сколько в Коране? Хотя приблизительно знать, он меньше Нового Завета. Дальше. Библия каноническая. Вот сколько она содержит, фотографируй. Вся Библия не с неканоническими книгами. Вот она сколько, 3 миллиона букв. И во всей Библии полной точек. Точек 27782. Запятых. Запятых 86464. Точка с запятой. 12268. Двоеточий. 11012. Восклицательных. 2170 знаков. Вопросительных. 3362. То есть на 1000 с лишним больше вопросительных же. Кавычек. Кавычек 2050. Ну ладно, скопов, скобок, пробелов. Знак тире, черта в Ветхом Завете, в канонических книгах, вот сколько. В Новом Завете черточек сколько. И краток, это называется звук, иота. Иота пишется без икратки. В Ветхом Завете вот сколько, в Новом Завете вот сколько. Итого в Библии черта встречается сколько раз? 3440 раз. Иота? 26055. Итак, вот к чему подошли. Матфея. 5 глава, 18 стих. «Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота, или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». Не приедет, не пройдет. Пройдет, это не придет, а придет, не приедет. Это слово устаревшее, церковнославянское. Ну что? Юрий Соболев пишет. «Потрясающе, супер данный. Благодарю, Игнатий Тихонович». Дальше, читай теперь. Хороший ролик новогодний, очень хорошее стихотворение, созвучно мне, Игнатий Тихонович. Вот ведь какое дело, светские власти и люди так тепло и ответственно к вам относятся, а свои церковные поносят. Причем это, я так понял, из вашей книги не единичное событие. Хотелось бы увидеть ответ из патриархии. Увидим ли? Не увидим, можно заранее сказать, не увидим. Если я обращался в краевую прокуратуру 32 раза, 32 ответа. И притом команду соберут, пошлют Потеряев, потому о земле у нас были спорные вопросы. Обращаюсь в краевую администрацию, 58 обращений, 58 ответов. Собирают даже коллектив, который едет туда, замы губернаторы едут. Патриархию, допустим, 100, к примеру сказать, здесь в епархию и туда, ни одного ответа. Вот последний митрополит этот ответил, это впервые. Впервые, и притом очень благостно. Так теперь его долбят и долбят и долбят. Вот почему это система. Система безответственности, лжи. Вот о чем сейчас Чарли Чаплин, это Всеволод Чаплин-то написал. Огромный аппарат, его кормить, поить надо. И что делает? Дальше. Дальше. Поклон братьям Владимиру и Никите. Хотел бы отметить, что, на мой взгляд, если Никите чуть поупражняться в беглости и точности чтения, из него получился бы хороший чтец. То, как он зачитывает тексты с хорошей артикуляцией, звучностью, весьма неплохо для такого дела. Я отвечаю. А где артикуляция? Какая у меня артикуляция? Ну, не знаю, не знаю. Ответ. Относительно статистики по книгам Святой Библии, то меня на подсчет этот подвигли последние слова, что ни одна черта и иота не пропадет. И как узнать о пропаже, если нет счета чему-либо или кому бы то ни было? У меня сразу вопрос возник. Ну как узнать? Сократили Библию? Нет, вот сектанты. Выпускает Библию, оказывается, это Алфеев сказал, митрополит Иларион. Целые главы выбрасывают. Ну как, Мартин Лютер, послание Якова вообще считал это небожественное и прочее. Ну и дальше там такие дела. Как узнать? И на калькуляторах помогали несколько человек. Эти данные есть пока только у нас. Милостивый Бог и любящий. Он знал мою тягу к точности и любовь к математике и физике и прочему. Вот и дозволил сие сделать. И за это тоже были нападки, что это не имеет где значения. Что тут плотское и прочее, но мне нравится, и я сделал это. Хотите, берегите. Это помещено в томе 9 «Открытым оком». Вот как. Юрий отвечает. Это по-настоящему уникальные данные. Еще раз благодарю, Игнатий Тихонович. Преподаватель Академии Красноярского университета, ведет занятия, катехические курсы при епархии. Это, ну, человек соображает, он понимает, что это уникальное. А другой ничего не знает, считать не может, он нападает. Вчера столько было нападок, такое хамье, и все православные патриархийные. Одно слово не верит, уже криком кричит, разрывается. Почему? Вокруг измена, трусость и обман.
На мне, как на силке, проявляется, на что они годны. Эш пришла коварная, она нападает на нее. Дальше. Вчера пишет одна издалека. Нельзя назвать страну, даже люди так боятся. Издалека. Скажу Австралия, скажу Аргентина, Парагвай, с Парагвая пишет. Ну, пишет. Хороший человек, но вот так боится. Ни имя не могу указать, ни фамилии, ничего издалека. Игнатий Тихонович, с Новым годом, с новыми успехами. Здоровья вам еще на многие годы, вы так нужны людям. А мне немного грустно от того, что вы отказались со мной поговорить по-дружески. По-дружески? То есть что означает? Некому больше обратиться за помощью. Видела ролик, как вы приходите в кабинет к большому начальнику с вашими книгами в подарок. И здесь у меня мелькнула идея. А вдруг это начальство поможет мне? Поможет ей. Ей. А что ей помогать надо? В минувшем сентябре я не смогла к вам добраться, потому что много времени ушло на встречи и беседы с адвокатами и другими, в кавычках, большими людьми. То есть, когда она приезжала сюда, издалека, там, Великобритания, где-то, а то и дальше еще откуда-то. Вот. Как дальше перебраться сюда? А я сказал, со мной беседовать, я выставляю все в интернет, согласна? Нет, ну только это, не то, что я отказался беседовать, а... Ты не говори мне никакой тайны, дальше. Задача моя вернуться домой, хотя бы на старости лет. И у меня есть документ, дающий мне это право. Но только закон отнимает иностранное гражданство, а с этим отнимает и мою заработанную пенсию. Не абсурдность ли? В Москве все или глухие, или смотрят на меня большими глазами и так далее. Вот об этом я и хотела поговорить с вами, попросить вашей помощи, молитв. С этим остаюсь. Ваш. Ответ. Я не отказался говорить по скайпу с вами, но не согласен, чтобы наш разговор спрятался. Зачем? Тут же не об измене мужа речь будет идти. Да и говорить не нужно то, что открыто. Тайну не приемлю, это связывает. Итак, я готов говорить, но записью распоряжусь по своему усмотрению. Тем более я ни разу и нигде не прибавил ничего к записанному. Ни фото, ни кадров. Вот как есть, так и есть. Есть мастера, которые могут... Мне очень нравятся фильмы, как фильм сделают, и вставка какая-то там. Но у меня этого нет. И это в мою пользу говорит. Никто не придерется. Чем могу быть полезны вам? Без пенсии это худо, не допустите сего. Дальше. Игла. Можете прослушать видеоролик это до конца и дать свое разумение. То есть это мне написали, а я людям обратился теперь. Какое? Библейские пророчества на Украину. Роман Демидов. И вот оно какое есть. И вот что люди стали отвечать. Там один человек такой говорит, там по Библии, как будто, но говорит-то хорошо, фильм составлено. Но нигде нету о рождении свыше, там, даже выдержки из Библии берет, и никто не заметил. Но обычно говорят как? Ищите прежде Царствие Божие и правду его, и остальное приложится вам. Да нет остального, написано и сие, сие, то есть впереди речь идет о пище и одежде, больше ни о чем. И все говорят, и баптисты, и православные, остальное приложится вам. Что? Любовницы, курорты, машины, это все остальное входит в нашей жизни. Не будет этого. Только Бог обещает, чтобы ты не умер и голый не ходил. Вот пишет Артем Рублевский. Игнатий Тихонович, приветствую вас. Поздравляю с наступившим 2016 годом и наступающим Рождеством Христа Бога нашего. Да. Посмотрел указанное вами видео. Печально было смотреть. Роман Демидов, говоря о Священном Писании и Христе, все сводит к земле и праху. Мыслит о земле и не может подняться от земного к небесному. Он ратует об отмене налогов. Да. Разве Писание призывает к сему? Не говорит ли оно? Итак, отдавайте всякому должное. Кому подать, подать. Кому оброк, оброк. Кому страх, страх. Кому честь, честь. Римлянам 13 глава 7 стих. Также весьма странно, что Демидов говорит, что якобы почти всегда героями Библии были цари и знатные люди. Точно слово не помню. А святые пророки Илия, Елисей, Амос, который был одним из пастухов фикойских. Амос. Один. Иоанн Креститель. И многие другие. Были ли они богаты? Нет, но были нищие, имея только богатство духовное. Также Демидов говорит, что есть некое служение, которое круче апостольского и пастырского. Так и говорит, круче. И это якобы жизнь на своем месте, развитие талантов, данных от Бога. Знает ли он, что говорит? Выше служения апостолов Господних ничего быть не может. В конце ролика Демидов говорит о Балашове.
сравнивая его с пророком Моисеем. Это на Украине какой-то депутат, его надо поддерживать, где налоги есть, там не платить больше 10%, и вроде бежать там из страны, я не понял. И все это в синагоге снимает, и, то есть в Израиль бежать, куда маленько не договаривает. Дальше. Это просто кощунство. Вот такие впечатления от ролика, Игнатий Тихонович. Жду вашего ответа. Ну, вот я сказал. Когда он идет, вот представьте, он идет, этот Демидов, кто он там, Демидов? Роман Демидов. Да. Ну, сидят молодые, там, парень, девка, там, на коленях или рядом сидит, обнимает. Он подходит, вам Иисус нужен? Вообще, как говорят, офонареть. Они не знают, что, мы двое, еще третий кто-то должен быть. Они не знают Иисуса никого, вам нужен? Ну, не знаю, нет. Это мы уже в копилку не нужен, не нуждаются, церковь не учит. Ну, это так, не нужен. Но он не знает даже ничего. И второе, а у вас мечта какая-то есть? Кто-то говорит, есть, кто-то нет. Ну, какая мечта у девки? Выйти замуж. С 11 лет, как Максим Горький говорит, у них другой мысли нет. Выйти удачно замуж. И она не выйдет удачно. Потому что не об этом надо думать. Слово «мечта» во всей Святой Библии всегда только отрицательный смысл имеет. Поэтому слово «мечта» из лексикона христианина должно быть истреблено, затерто. У нас нет мечты, есть надежда. Надежда не постыжает. Дальше. Ответ будет в ролике 21 вопросы пожеланий, события дня, задавайте вопросы. Вот. Только завтра утром будет создан, потом сутки на закачивание, и воскресенье утром могу поставить, если Господу будет угодно, и живы будем. То есть вот то, что мы сейчас говорим, будет так, Артем сразу говорит. Постараюсь посмотреть, Игнатий Тихонович. Дальше. Также хотел бы вам задать вопрос. Я лично знаю Антона Дулевича, руководителя миссионерского отдела Кызылской епархии. Я был там на миссии, беседовал с сектантами. Он не так давно беседовал с вами маме по скайпу, скинул мне видео. Он говорит, что ваша община не принадлежит к РПЦЗ, ни к РПЦМП, что по сути вы оказались в расколе. Дальше. Перестал письмо митрополита Илариона, где сказано, что ваша община не находится в юрисдикции РПЦЗ. Как же так служит тогда ваш брат отец Иоаким? Простите, Игнатий Тихонович, что задал себе вопрос, но очень, очень важен, ведь раскол есть великий грех. Ну, то есть, делу как бы не относится, но вот он, Дулевич, там, то другое я видел. Вот абсолютно бесноватый человек. Абсолютно. Почему? Часто причащается. Это ролик здесь есть, но меня попросили пока не давать. Его утащили, украли просто. Закрыто, все, заходят, как дома шарятся. Это хорошо? Но это по-православному. Он не может ни остановиться, ни слышать, хамит ужасно. Просто страшно смотреть. Это вот все недостойное причащение. Дальше. Руководитель, мне вообще непонятно, как это можно руководить миссионерским отделом. Что это за должность такая? Ставят кого-то. Она есть или нет, миссия этого? Любишь ты Господа или нет? Свидетельствуешь или нет? Но надо, чтобы говорил, кто-то был старше, смотреть вот эту структуру, откуда они это взяли. Я вот уверовал, допустим, в 7 вечера, в 5 вечера, ну а в 6 наш лоцманский катерок уже привез меня, где на рейде стоял наш корабль. Я только шагнул через борт и начал свидетельствовать всем. Какую миссию? Кто над тобой будет? Я вообще ничего не слышал, не знал. Огонь! Дано или не дано? Это ничего не дает. И без зарплаты там, и зарплату дают, и без этого жить не могут, прямо умирают. Ты или есть, или нет. Иди и благовествуй, не связывай себя ничем. Ты никому не подотчетен. Ни патриарх, ни епископ тебе в рот не должен залазить. Ты вестник Духа Божия. Они этого не знают. Ему программа сказали где-то... Я все эти годы вел занятия в 5 отделах милиции, городском и краевом УВД. Но тут у меня по заказу было. Они приезжают и говорят, вот сегодня нам нужно сказать, все сотрудники собраны, на машине за мной приезжают, об экстремизме там или что-то такое. Ну, ясное дело, это тематическое. Но это, ну, если можно, то и миссией можно назвать. Дальше. Вы не принадлежите, запомните эти слова. Их заботит там Кызыльская епархия, заботит, кому принадлежим. Нет, у них задача одна – затолкать нас в московскую патриархию. И это они все делали уже. И писали, и говорили, и митрополит об этом говорил. Мы не пойдем никогда, потому что, ну согласись, ты согласен отдать жизнь вечную сатане? Вот для меня это равнозначно. Это смерть полная. Потому что с кем договаривались, его уже нету. Слово свое мгновенно меняют, как будто его не было. Недержание слова. То есть... пойти в патриархию, пойти в организацию самого наихудшего профиля, варианта безбожества, лютого безбожества. Во что они ее превратили? Я не говорю о благодатности. Я с ними общаюсь все время. И вот один из них, пожалуйста.
Ну вот вы это сказали, в воскресенье завтра батюшка как раз покажет это, что действительно, что не действительно. Нам Бог дает уникальную возможность без этой крышовки, чтобы на нами никого не было, чтобы мы только Дух Божий слышали. А признаем мы благодатность патриархии, в любом храме можно причащаться, никто не отлучен. Они даже не понимают, что делать. Вот эти слова, они будут потом открещиваться от них. Но уже подтверждают, мы не принадлежим Московской патриархии. А те только вычеркнули из списка, ничего другого-то не было. Он не может сказать, не молиться. Это раскол. Расколотые головы у людей. Дальше. В это воскресенье собрание будет вопрос озвучен в третий раз. Смотрите. Третий раз, уже я сколько говорил об этом. Раскол у рабов в голове. Они не могут быть свободными, потом и ищут, кому бы свою несвободу отдать. Нам Бог оказал величайшую милость выполнить первоапостольскую миссию, быть свободными от раболепства. Мы ни у кого и ничего не отнимали и не просили, все верено Богу. Знают ли эти раболепные прислужники при тиранах эту свободу? Они не знают это, вообще шага не может шагнуть никуда. У нас поехала сестра, земные поклоны стал, говорит, а кто вам разрешил? Она взяла щетки, а кто вас благословил проповедовать? И кто? Главное, из редактора, из редакции тут. А вот мы ездили там в Клочке, а кто их благословил? А с этой стороны, с нашей, приезжал председатель журналистов Алтайского края, Тепляков. Он говорит, да кто благословил? Даже в Библии написано, он уже все знает. Больше 25 лет с нами знается. Да в Библии написано, идите по всему миру. Они ничего не могут. Это выкидыши абортированные. Если их и спрашивать нечего. Вот где раскол. Он и в головах, манкуртизированных системой патриархийной тотальной лжи, корысти и трусости. Вот кто их породил таких. Они не знают ни Бога, ни его церкви, и шагу не могут шагнуть без нависающих над ними поглотителей свободы совести. Вопрос отвечен полностью, и никогда к нему не возвращайтесь. Андрусенко Александр. Мир вам, Игнатий Тихонович. То есть об этом ролике, который с Украины спрашивает пророчество, я разослал многим и сказал, дайте свое мнение об этом ролике. То есть, а ролик этот мне дали, подкинули, пожалуйста, дайте на него рецензию. И вот я выход такой нашел. Вопрос этот задать многим, коллегиально решать. Вот он отвечает. Посмотрел ролик, снят хорошо, профессионально. Во многом говорятся вроде бы правильные слова, но как ловко прикрывшись Христом, по-еврейски. В пользу заказавших ролик, все заканчивается. Будет интересно послушать, что вы думаете по этому поводу. Ответы. Игнатий Лапкин, не только я. Вот мой ответ, Карта. Не только я. А кто еще? Я отвечаю. Ответ. Ну и вы. И жду ответов от других. Александр Андрусенко. Интересно послушать, кто и как воспринимает услышанное. Из Греции пишет. Димитриус, Греция. Я верю только православным старцам, дядя Игнатий. Сейчас столько прорицателей, с ума сойдешь. Лжепророки, лжехристы, сказал Христос, придут. Сергей Козлюк. Нет, я не вижу тут никакого пророчества, просто подведение итогов с вплетением строк Священного Писания. Пророчество – это конкретные даты, события, факты о деятельности народа, как масштабно, так и лично на конкретных людей, которые должны произойти. Но в этом ролике это отсутствует. Нет, это не пророчество, это просто проповедь. Владимир Кульбицкий. На мой взгляд, очень правильно говорит и много истинного говорит. А самое главное, что говорит, чтобы приняли Христа. Но, к сожалению, не все так просто. Ведь людям противостоит ад. Здесь война не, не на материальном уровне, а на духовном. Людям противостоит ад и сатана. Мы против него не выставим без Христа. Церковь не только в стенах храма, а церковь там, где Христос, церковь на небесах. Церковь там, где Евангелие, а Евангелие у Христа в руках. А он воскрес. Но вообще очень правильно говорит. А самое главное, что говорит, чтобы церковь была повсюду. И самое главное, что призывает ко Христу. Михаил Батугин. Игнатий Тихонович, мир вам. В ролике Демидова не слово о покаянии, рождении свыше, о страхе Божьем. О, самое главное. Говорит о всем известных современных пророках. Но изменение налогового кодекса – это не путь к спасению. Вопрос о библейских принципах создания государства интересный. Может быть, вы сочтете нужным это прокомментировать. Заходите писать, здесь разрешается только один раз. Это один тут лезет, я сказал. Только один раз можно. Это не к нему относится. Ага. Да. Прошу не нарушать наш регламент. Неоднократные входы в скайп очень не мешают. Дальше. Александр Самодин.
Почему одни народы вымирают, а другие умножаются? Народы, где жены подчиняются мужьям, умножаются, а где наоборот вымирают. Вот и все. За какую причину находят-то? Подкаблучники. Я уже знаю, как говорят они тихим голосом, это женоподобное. Как правило, бритые все, которых я знаю, все бритые. Ну, женоподобные. Женоподобные души. Юрий Соболев. Это 1 числа января этого года. Выхожу на прогулку днем. Окликают, извиняюсь. Сосед этажом ниже. Здороваемся, но знакомы не были. Можно спросить, конечно. А вы на каком-то приходе служите или как? Просто ваш вид, он рисует рукой абрис в воздухе вокруг своего бритого лица, изображая мою бороду. Да. Нет, не служу, но мы ведем занятия здесь, при кафедральном соборе, по изучению Библии. У вас есть желание изучать Писание? Да, желание есть большое. Мы настолько с семьей погрязли в мирском. Тут ездили в паломничество в Казачинское. Дочь причастили. Она спрашивает, что это такое? А я не знаю. Защищает ребенка и не знает, что такое. Это православие. Безобманное православие. Сам я крестился тут же в Покровском, кафедральном. Ну, то есть, мокрой, пухленькой ладошкой батюшка ему вот так ударил. Больше никакого крещения не было. Тогда тем более, приходите всей семьей. Занятия проводятся по понедельникам и пятницам. Как он сам признался, Новый год. Вот и, как я понял, он наконец решил обратиться. И слава Богу. Это духовный голод кругом, и среди студентов, и среди преподавателей, да у всех, наверное, нормальных людей. К ним нужно только выйти на встречу с благовестнической радостью, отложив на время паломничество пустые требы, рождественские чтения, крестные ходы и новогодние трезвенные литургии в полночь. То есть, вот что перечислить, это все надо отложить. Отложить. А выйти при свете, днем. Сегодня уже видел, на театральной площади стоит еговистка. Кавычка с брошюрами. Кто из православных так работает? Вот так. Вновь и вновь убеждаюсь в правоте ваших слов, Игнатий Тихонович, о молчаливой проповеди внешнего вида. Борода, одежда, платок, длинная юбка, имена детей. Все это может и не спасает, но способствует благовестию. Вот еще одна грань вашего метода и его действенность. Это нужно попробовать, применить. Молитвенно обнимаю вас. Аллилуйя. И дальше. С ясностью и очевидностью вдруг открылось. Видимо, я изобрел велосипед, в кавычках. Но для этот велосипед важен чрезвычайно, ибо часто приходится сталкиваться с этим вопрошанием. Что церковно-славянский и синодальный перевод не просто два перевода, а два перевода на разные языки. Спорить-то не о чем. Это то же самое, что немец бы спорил, утверждая лучше перевод на Библии немецкий, а француз – французский. На церковно-славянском языке лучший перевод, имеющийся церковно-славянским. На русском – синодальный. Вот такое открытие. И, разумеется, очевидным становится следующее. Кому проповедовать Евангелие на церковно-славянском языке? Только тем, кто его знает. А его почти никто и не знает. Вот и все. Вот ответ-то какой. И что интересно, опросы прошли, данные прислали. Вот. Кто за церковно-славянский язык? Тот, кто часто причащается. То есть у них ничего нет, они пытаются этим. Вот приходит здесь собор, ну и вопрос задают. Она, я говорю, вы сходите, посмотрите, как они тут катехизируют-то людей, что. Ну, пришла, никого нет, одна вышла там торговка. Ей он доверил. Меня батюшка благословил отвечать вам на вопросы. Ну, хорошо. Наш человек задает, скажите, вот тут рядом человек стоит, он даже боится сказать. Он наркоман и пьяница. Наркоман, пьяница? Ну, вы завтра приходите, у нас литургия будет, он исповедуется и причастится. Большего безумия нельзя сказать, и это уже определенно. Да что это за лекарство такое? Когда его нельзя допускать, сколько лет? Вся книга правил говорит, как не допускать. А чтобы тащить к причастию, такого нет ни одного канона. Нету, это выдумка. И поэтому, раз на выдумку он стоит, это... Ну какая это церковь-то? Это вообще неизвестно какое название. И вот что мне прислали еще. Размышления о письме из Министерства иностранных дел. Да, Надежда. И она пишет мне. Мир вам, Игнатий Тихонович, мне пришло письмо от Петрова. Не знаю, как его настоящая фамилия, но его заявление, что письмо из МИДа, это его рук дело. То есть похвалился. Кажется мне правдоподобным. Простите, если я не права и ошибаюсь. Вот мои доводы. Во-первых... Если вы писали письмо в администрацию президента... Это кто такой? Это из какого-то Петров там или священник под именем, ну, под разными именами, которые говорят-то. То есть один из под этим именем самые страшные хуления были.
Говори. Доброе. Хорошо, отошел. Слава Иисусу Христу. Так. Вот она почему говорит. Во-первых, то есть, в первую очередь, я подделал письмо из Министерства иностранных дел с печатью, с гербом. То есть, это сплошное преступление, если это так. Это уголовное преступление. Это понятно, что это уже за край захлёстывает. Почему? Часто исповедуется, часто причащается. И он под этим именем ставит, но кто, неизвестно. Нигде нету. Я Петров, но я Иванов, я Пушкин. Но еще дальше поехали. Его касается то, что мне пришло. Нет, им нужно нагадить. Это патриаршие выродки. Это вся кодла патриаршая. Они вокруг меня беснуются, ничего не могут сделать. Я вам всем объявляю, я неуязвим для вас, ничего, я люблю Бога. И у меня крепкая броня башни, где я укрываюсь от ваших стрел. Как Давид говорит, они этого не знают. Во-первых, если вы писали письмо в администрацию президента РФ, то Российской Федерации. Да, то именно администрация и напишет вам ответ, а не МИД, что письмо рассмотрели. Это совсем разные инстанции. Ну, я думаю, так. Они, так как речь идет о выезде за границу, то они и переслали туда, кто по специальности. Так, это не довод. Наоборот. Так, дальше. Во-вторых. Во-вторых, они должны были прислать бумажный вариант. Ну, может быть, и пришлют. Но сегодня они ответили. Бумажный вариант может и не быть. Сегодня электронная почта, она сколько таких еще скажет? Мы скинули по адресу. Это тоже не ответ. В-третьих. Они не пишут никаких фраз типа «признательны и ценят вас с уважением». У них четкий официальный стиль. Они пишут так. «Сообщаем, что ваше обращение, поступившее на имя президента Российской Федерации, рассмотрено». Ну, ладно. Так, но почему мы должны им вкладывать свои слова? У меня были ответы из разных инстанций, высоких государственных, именно с такими, с признательностью, с благодарением. Мне надо было так даже... Стали отказывать об аренде помещения в одном университете. Ну, я что могу сказать? Я говорю, а если я принесу вам ходатайство, что еще за ходатайство? Я говорю, ну, от прокуратуры края. Прокуратуры края? Ну, это серьезный момент. Так, ну и что? Я не знаю, пошел. Пошел, а прокурор края, генерал-лейтенант Пороскун Юрий Федорович, он выписывает штампы, то другое. Игнатий знает давно. Это исключительно честный человек. Ему можно доверять, он то другое-то. Он взял эту бумажку, мой так на свет стал смотреть, но на язык не пробовал. Проректор. Ну, это другой разговор. И все. 17 лет мы дальше ведем занятия. Арендовали за деньги. Потом сняли с нас, не платить. А потом стал приходить и подарки нам делать. Вот как Бог делает. Вам что, назвать его? Алтайский государственный технический университет. Проректор по учебной части Семкин Борис Васильевич. Академик, доктор там наук разных. И все, ничего лишнего. Я это знаю. Так как много раз писала по поводу дробот и президенту, и по министерствам, и в Совет Федерации, в воскресенье покажу ответ президента. Дальше. В-четвертых, подписывает письмо советник, наверное. Ну ладно. Советник департамента письменных обращений граждан. Раньше был Савельев, А.С. Именно фамилия и инициалы имени и отчества в вашем письме А. Панов. Сначала инициалы имени без отчества, а потом фамилия. Обратный порядок. Ну как? Ну обратный порядок, а что? Это другой стал или что? Впереди пишется Сталин Иосиф или Иосиф Сталин. Что меняется-то? Ничего не меняется. Это тоже не доказательство. Просто он блефует, как говорят. Дальше. В-пятых, по поводу Панова. Поискала. Действительно, в МИДе работал некий Панов А.Н. Но он никогда не был членом департамента по Ближнему Востоку. Он был послом в Японии, потом в Норвегии. Сейчас ему 72 года, и он с 2006 года работает не в МИДе. Не работает. Не работает в МИДе. Работал ректором академии. А с 2010 года, по сегодняшний день, профессором в ГИМО и РАН. Ну, то есть я дальше ничего не могу сказать. Это тоже ничего не значит. Там возрастных групп может и не быть. И обратно его попросили менять. То есть никак. Ну, кто не знает, о чем речь идет, я просто хочу показать. Вот, смотри. Вот оно, какое письмо. Вот герб, министерство, бланк. И если, а так, то есть очередная патриархийная ложь, сатанинская ложь, ложь от сатаны. Дьявол, лжец и клеветник. Я поверил, что это так. Но если не так он это подделал, ну тут очень легко, я завтра же представительство президента пройду, отнесу, и они найдут это живо. У них это проще делается. Не успеет выйти из дома, как уже говорится,
наручники брякнут. То есть они ни перед чем не останавливаются абсолютно. Почему? Патриархия сверху крышует. То есть она абсолютно ко всем относится, ну так, как будто это не человек даже. Дальше. Отдел по работе с обращениями граждан МИД России. Вы можете туда позвонить или написать и все уточнить. Ну ладно, их электронный адрес. Дальше. Я на это ответил, а мне разницы никакой нет. Справедливо, несправедливо, это не окончательный ответ. Они не ответили, что поблагодарили и больше ничего нет. То есть я своим опытом вижу, что не подделка. Не подделка. А зачем он это делал? Ну, работы другой-то нету. Его сатана приковал ко мне здесь, он как на медной дощечке жития Илариона. Он не может никуда уйти. Это с человека демоны превратились. Ян Затаус начинает таких людей перебирать. Вот у змея только одно жалить, у льва там растерзать. У этих все вместе. Весь зверинец в душе. Но демоны, говорит, не имеют страсти. Это хуже демонов Затаус, говорит, хуже сатаны. И вот они здесь, их знают священники и натравливают. Сергей Игнатов. Спаси Христос, что сподобил меня, недостойного Сергия, юриста, прихожанина Свято-Тихоновского прихода Донецкой епархии, иметь общение с богоизбранным православным проповедником из Барнаула Русской Православной Церкви за границей, исповедником нашего времени Игнатием Лапкиным, 1 января 2016 года. Ну, он давно уже, давно, несколько лет уже у меня в друзьях там состоит в этом, я не знаю где, кем, первый раз узнал, что он юрист. Ну, этот отзыв им это не надо, это Игнатий подделал. Сергей Мародудин. Здравствуйте. Как можно купить ваши книги? Я с Белгородской области, город Старый Оскол. Ну я еще раз говорю, что тут книги. Вот у нас книги. Это сегодня, я уже показал где. Ну, сфотографируй. Дальше. О книгах. Сколько стоят? Цены вот черным выставлено. Порядок один. Вот как. Порядок один. Все, дальше порядок. Все, сначала человек знакомится по интернету, по адресу. Потом дальше. Вот какие счета. Электронная пластиковая карта. Говори. Говори. Повтори, что говорили? Так. Так. Ну это я уже знаю, это получил. Ну и что дальше-то? Ну все, отошел я. Благодарю. Что удалять, может, то другое. Это написано фотографию, кто если пользуется, даже ему удалят. А потом начало с карикатурами ставить, и закон позволяет тогда тому хозяину затребовать. Здесь совершенно нету. Во приговоре не о роликах. Я спросил его, согласен, здесь ничего нету. То есть подогнать любыми путями. Что это нет, и, ну, что спрашивать-то. Дальше. Александр Марьясов. Игнатий Тихонович, помолитесь о болящей девочке Софии, ей 7 лет. Это моя подопечная. Спасти Христос. И дальше пишет. Показывает вот какой-то там... А, это фильм. А, покаяние там или исповедь самурая. Там играет Мамонов, Охлобыстин, Александр Марьясов. Игнатий Тихонович, этот человек хочет вернуться в священники. А как это рассмотреть в свете Священного Писания, если противоречие в этом? Или это устройство удобной и комфортной старости? Об Охлобыстине спрашивает. Во-первых, зачем ее рукоположили? Не имели права рукополагать. Совершенно не имели. Или Федор ездит от конюхов, ну, плавает там где-то. Ну, то есть они не знают, куда это, на кого навешать-то. Это не то, что бездумное, прямо безумное рукоположение. Кого ставят-то? Когда, даже если женился на артистке, она девственница была, и то тебя уже в священники нельзя. А это сам Кривляк. А я отвечаю, кто он такой? Кривляк опустошенный. Вот вся характеристика этому Охлобыстину. Понял. Мир вам, Игнатий Тихонович. Святое Писание – это непоколебимый авторитет для христианина. Бытие 1.16. Этот стих указывает, что Бог создал два светила больше,
для управления днем и меньшее для управления ночью. Почему так упорны люди в том, что придумывают зависимость своего самочувствия от полноты Луны, при этом утверждая, что Луна не Божие творение, и как ни странно, что даже врачи поддерживают эту сию выдумку, спаси Христос. Дальше. И еще у меня к вам вопрос второй. Есть ли изменения в литургии Иоанна Златоуста с момента ее первоначального служения, как образные вещи, так и духовного порядка? Благодарю. Ну вот, в первую очередь, о Луне. Ну, Богом сотворено, это вопрос снятый. А почему в полнолуние бесновались? Златоуст говорит, чтобы вина падала на творение Божие. Это сатана так делает. И поэтому сегодня врачи говорят там, ну что они говорят, врачи? Ну мы просто посмотрим. Вот, где-то у меня даже было сказано о врачах в Библии. Вот мы считаем. Дай мне так, если заболел, то что нужно сделать? 11 стих, это Сирах. Это глава 37 Сирахов, 30... с 11 стиха. 39, 11 стих. Вознеси благоухание из семидала по памятную жертву и сделай приношение тучное, как бы уже умирающий. И дай место врачу, ибо и его создал Господь, и да не удаляется он от тебя, ибо он нужен. В иное время и в руках их бывает успех. Ну, в иное время. У врача что есть? Травы, скальпер и слово. Сегодня трав он не знает, говорить не знает. Самые развращенные люди, вот как я знаю, матершинники, блудники, табакуры – это врачи. Студенты особенно. Когда они идут туда. Как будто самые циники такие. Они, видимо, видят, все, режут. И это я говорю, зная многих в разных местах. Редко-редко, чтобы целомудренный, это верующий, едва сохранился там человек. И дальше. В иное время бывает успех. Ибо и они молятся Господу. Да не молятся, это матершинники, сквернословы. Чтобы... Табакуры притом. И написано, курить запрещено. Он вышел, стоит, курит. Я ему сделал замечание. Ну, все сделать. Чтобы он, большую букву, помог им подать больному облегчение и исцеление к продолжению жизни. Но кто согрешает пред сотворившим его, да впадет в руки врача. Ну вот, я дал место это. Дальше. А теперь о Златоусте. А то литургия, это мало что может быть осталось. Была литургия Иакова, ее сократил намного Василий Великий. Литургия Василия Великого, там еще литургию написал Иоанн Златоуст сокращенно. Никон ее еще сократил, там еще уже нет, как совершенно. Оглашенные изыдите не выполняется. Оглашенные изыдите. То есть литургии верных-то нету, потому что все присутствуют здесь. То есть искажение самым страшным, как писал патриарх Алексей II, говорит, при крещении упускаются даже самые сакраментальные деньги. Вот священник стоит, я назову, Борис Бузмаков, город Фрунзе. Я приехал к родителям там, и в крещальные отдельно люди, ну сколько, я посчитал, 25 человек. 15 минут у него ушло на это. 25. Крик, рев, никто не знает. А он говорит, сам смеется, мажет кофточку вместо рука ребенка где. Не раздетый, ничего этого нету. Ну, когда этот гам утих маленький, люди скинули, я подошел, я хотел поговорить. Что, опоздал? Я говорю, я не опоздал, я вопрос хотел задать. Вы почему так делаете это? У вас все искажено. Ты что ты выдумаешь, а то кулаком меня так шутя в бок ударил. Поехали со мной в ресторан. Я написал, тогда был... Там Варфоломей, Ташкентский, то ему написал письмо. А он, мой брат, ездил туда с вещи, привозил и прочее. Он говорит, это брат ваш писал, да. Это сам он написал, я на кону сослался. Я его сегодня же священником поставлю. И меня этот архиерей еще тоже жезлом ткнул. Я приехал, там был, и на завтра меня уже облекли, и я перед ним пошел. И он, чтоб громко на весь голос. Я громко, еще громче, громче там я стал. И он тогда жезлом ударил. Больше не можешь, нет, ну значит на этом все. А когда я ему рассказал, что я Дмитрий Дудко, а как раз его тут крушение произошло, его я книга, он взял о нашем уповании, книгу вот отдайте мне. Я говорю, он достал Библию, мне вот тебе Библию, а ты отдай. Я говорю, не могу, это мне подарок от духовного отца, а Библия, она не равна этому, потому что это выше где-то. И он, ладно, я подумал, иди погуляй во дворе. Архиепископ, советское время. Я захожу, знаешь, я подумал, я тебе 3 храма мог дать на выбор бы, но... Я понял, что я найду священника, но что ты делаешь, это не найти нигде. Такая благо. Вот тебе деньги, лети домой. Вот и все. Дальше. Ответ. Сирах. А, ну это о врачах в это время. Вот
что мы сегодня, ответы какие. Так, дальше у меня интересный момент такой, вот смотри, я захожу на свой видеоканал, вот он как выглядит-то, и вот здесь вот всегда появлялись новые надписи. Сегодня ночью поставили другое, ткнул в Google, войдите, ничего нет, ничего нет. Как войти? Да, откуда я знаю? Там... Ну, надо посмотреть. Раньше было, я захожу, тут написано 1, 2, 3, 5, 7, там только человек, я их по одному, ну и смотрю, что, бывает там матерки идут, ну я их выщелкиваю, закрываю, на этом все. Вот теперь, вот наш, этот, ну моя страница в моем мире, просто зарядите Игнатий Лапкин, тут один, у меня его своровали и не пропускает система, я один поставил, тогда пропустила, один, теперь... Вот вчера мы не дочитали, это другой раз пришла она. Считай. Любовь Кулиш, Кривой Рог. Надеюсь укрепиться в вере благодаря общению с вами. Скайп не люблю, свет яркий, да и мысли как-то не приходят так. Смотрю ваши видео и прочее, кое-что вызывает сомнение, но не верю вашей, другое. Сейчас считала, что наш представитель Ануфрий отказывается от участия в 8-м в соборе Вселенской. Умница. Мы поддерживаем, ведь отцы говорили, что это экуменический, и 8-му собору не бывать. Жуть. Ну, сегодня будет, будет там что, как оно и будет. Дальше. А то мы об этом уже говорили вчера. Вот, что тут вот это зашел, говорит? Супра, куда мой вопрос делся? Не прошел модерацию или как? Ну, я ему за вопрос задал. Какой вопрос? Объясни, я не понимаю, о чем речь идет. Кто это? По-гречески написано, я не знаю. Ну ладно, что напишет? Здравствуйте, а есть ли книги Игнатия Тихоновича в Ростове-на-Дону? Отвечаю, есть. Ростов-на-Дону запомнился тем, что вышли там сколько директор, они не знают, говорят, куда посадить. Да вы знаете, для нас книги. Это праздник для нашей библиотеки, но мне все понравилось у них. Но если они там, я сегодня не могу сказать. Это прошло уже два года с лишним. Вот я дал книги, и тут же стоят люди, а библиотекарь говорит, да я не записала книги, запишешь, потом он берет, каждый, другая у него просит. Прям тут же сразу книги разобрали при меня, а ваши книги никто не считает, их нету. А почему? Там реестр, который спускают. И если в реестре моих книг нету, она отвечает, у нас их нету. Они на полке стоят прям около входа на первом важном месте. Они там, но в списках нет, они отвечают, книг нету. Я пришел как-то, гляжу, там... Где-то книг 13 нету. Где, говорит, взяли, никто не отдает, говорит. Записали, записали, но не отдают. Вот теперь дальше выписать эти книги. Ростов-на-Дону нам запомнился. Там я отдавал книги. То есть как отдавал? Какой, дарил. Какую именно библиотеки спрашивают? Ну, в центральной библиотеке. Там еще большая статуя, книги раскрыты, все авторы. Ну, понравился этот памятник. Александр Карнаухов. Вот послушайте, что говорит. Москва, простите. Значит, первое, простите, а второе... Вы еретик. Вот он не видел, не знает. Вы еретик. Какими словами разбрасывается? Почему? Патриархийный. И часто причащается. Причащается он все время с демоном. Почему? В житии святого Макария Александрийского. И причащается, а по храму бегают черти, черти. И в рот уголь суют. Никакого причастия-то нету. Ну, считайте житие святых по Дмитрию Ростовскому-то. И дальше что он? А почему он так думает? Про вас, братья, так сообщили. Все, больше ничего не надо. Вот это манкурты. Их такими сделала патриархия. Притом везде, повсюду они такие. Система. У него епископ есть, все нормально. Над ним епископ, он свободы вообще не знает. А то, и он бросился кусать. Еретик. Дальше. Чей авторитет выше вашего? То есть братья такие, чей авторитет выше? Какой авторитет? Перед кем? Безбожное. Дальше. Застреленный Николай Леонов вам хотел помочь, как я понял. А его мощи не смердели 5 суток. Батюшка при отпевании отметил, что такого он еще не видел. Вот не видел мощи. Не... А почему вы думаете, что он мне хотел, а не я ему? Он вышел на меня. Я ему сказал, ты за войну не доживешь до 50. А сейчас говорят, так вы же пророчески сказали, что он будет убит. Я этого не знаю. Он ко мне пришел, это все сохранилось, как мы беседуем. От него уже ничего не оставалось, что я ему говорил. Ну, наконец, все получил, взявший меч от меча погиб. Что еще надо-то? Кто прав? А ему бы сейчас сказали, ты понимай так, что воевать нельзя, оружие брать нельзя, клятву давать нельзя, как Игнатий. Но будешь живой, согласился он или нет? Ответьте на этот вопрос. Батюшка не видел, да он что знает, батюшка-то, по мощам только, по трупам. Я говорю, что... помоги Бог, и вот простите. И сразу простите, начинает простите и простите. То есть подошел, плюнул и дальше побежал. А теперь простите, а теперь 40 раз, Господи, помилуй.
Ну какая же это вера-то? Он ни Христа, ни церкви не знает ничего. Я называю кодла патриарша, кучей набрасывается на тебя, рвут. И что? Конечно, такое решение должны выносить официально, что вас так называют. То есть понимаете, что что-то не то творят-то. Да, этим занималась Киево-Печерская лавра, обо мне занимались сколько епархий, чем кончились? Ничем, ничего нету. Нету. Наш Евтихий, епископ, бывший потом Домодедовский, Курочкин, и он говорил, вам, Игнатия, никогда не обвинить ни православный, он супер православный. А уж про еретик говорить не надо. Но все же так понятнее, думаю, будет, простите. Ну еще раз простите, это ничего не значит. Это я отвечаю. Что за вопрос? Хотел спросить у вас. Зачем цитируете предателей Родины? Это он мне говорит. Когда рассказываете да. видео «Враги народа». Ну зачем? Это с этого... Ну, напиши, прочитай, что тут. Зачем вы про Сталина неправду рассказываете? Это был величайший человек 20 века, который из отсталой страны сделал великую державу. А вы ему приписываете, что он хотел на Германию напасть. Цитируете в кавычках книги Суворова Резуна, предателя и перебежчика. Вы биографию-то его читали, прежде чем цитировать? Спасибо заранее за ответ. И спаси Господи. Ну, что сказать? Сталин, значит, люби Сталина. Уже икона Сталина есть. С одной стороны Дмитрий стоит Донской, с другой там еще как-то Александр Невский стоит. И посередке Сталин стоит где-то. Более страшного людоеда не было. Гитлер это маленький мальчишка по сравнению со Сталином. Тот своих не уничтожил. А вот от всех военных, казачества, христианства, все уничтожено было. Самый хороший. Это что, патриархийное? Особенно речь патриарха Алексея I у гроба Сталина, посчитайте. Два дня тошнить будет. Какой разум, какой нравственный ушел, там все такое-то. Безумие. Почему? Сталинско-Бериевская патриархия, образованная ими 4 сентября 43 года. Они другими не могут быть. Не могут. Им обязательно нужно над ними, чтобы епископ... Он сам двигаться не может один. Дальше. Иван Алексеевич, Игнатий Тихонович, просили меня тут помочь. Человек пишет, здравствуйте, Иван. Это он, Иван. Да. Просьба молитвы за рабу Божью Ирину. Она беременна. Кровотечение открылось. Угроза выкидыша. Очень прошу вас. Прошу вас также помолиться за рабу Божью Ксению. Она согрешила сильно. Не знаю, как объяснить. Не моя тайна, но помолитесь, если сможете. Спаси да. Христос. Ну, а дальше объяснили к видео. Тут совсем даже иные миры, а Троице тут что-то... Ну, это где-то победа евреев, тут вопросы... Это не касается даже. Анатолий Тархов, слава Богу за все. Игнатий Тихонович, здравствуйте. Прокомментируйте фильм «Иерей Сан во свете Библии». Ну, комментировать, что комментировать? Я его посмотрел. Ненужный фильм, ненужный. И вот там Охлобыстин как раз этот кривляка играется. У него ни одной роли положительной нет. Пытается что-то надувать. Мамонов сидит, Петр. Вообще ничего нету. Ну и краткое содержание. Смотреть фильм... Вступился в схватку с людьми. Ну и дальше посмотрите. Тут время даже тратить на это. Посмотрел. Фильм не нужный совершенно. Абсолютно ни к чему. Ни повторить его нельзя. Ни взять оттуда ничего нельзя. И все пьют и пьют. Везде все пьют и пьют водку. А на Звягинцева нападали. Говорили, а вот он в Левиафане показал. Россия запилась вот этот фильм. Ну где не пьют-то? Покажите сначала. И здесь только все время выпивка, выпивка и выпивка. Этот Мамонов пьет и Охлобыстин, и убийство, жадность, уничтожать всех, мафия. Ну, в Японии мафия и здесь мафия. Ну, вот это как будто бы здесь все. Так, это я посмотрел, это мы увидели. Так, я хотел вот еще что показать. Что у нас здесь? Книги. Прочитайте вот это отсюда, считай. Это из книги «К истинному православию». Более подробно смотри. Протоиерей Лев Лебедев, почему я пришел в зарубежную часть Русской Православной Церкви. Епископ Григорий Граба. Русская Церковь пред лицом господствующего зла. 172 страница. Перед судом Божьим. В объятиях семиглавого змея. Церковь порабощенной России. То есть это книги разные о том, что такое Московская Патриархия. Неизвестного автора из Советского Союза. Это 166 страниц, объем его. Монреаль. Монреаль, Канада. Дальше. Письмо митрополита Виталия Устинова. Светлый четверток. 91 год. Дорогой Господи Игнатий Тихонович, Христос воскресе. Получил ваше письмо с вопросами. Это рукой он писал, не напечатанное. Что... У нас переписка была хорошая с митрополитом, первоиерархом Русской зарубежной церкви, Виталием Устиновым. Что мне вам сказать? Мы живем в церкви Христовой.
чувствуем себя частью ее, органически неотделимы от нее. Я бы дерзнул сказать даже, что все каноны в нашей совести. Потому что все каноны, не просто писанные законы, лежат на какой-то полке или в архиве. Каноны – это суть силы Божьей благодати, те же заповеди Божьи, которые нельзя попрать. В патриархии нет этих поправил. Из 719 и 1413 каждый день нарушается. Каждый день в каждом храме. Почти. Ну а еще что? Ну а то, что ее книгу не издавали 70 лет, никто священники не знали ее. То есть руководства не было. Как ездить на дороге, нет книги правил. Да не может быть такой. Есть. Дальше. Наша церковь не попирает никаких канонов. И у нас не существует престарелого канона. А наши посомы часто их попирают. Но мы с этим никогда не соглашаемся и всегда напоминаем им. Если вы в России гонимы были, то мы здесь тратим невероятные силы, чтобы сохраниться в правой вере. Нас окружает совершенно чужая и чуждая атмосфера, которая стремится нас растворить в себе, молекулярно разложить. Эта патриархия стремится сейчас над нами это сделать. Растворить молекулярно. А там какие-то председатели, какая-то Кызыльская епархия, там все чушь это для Бога-то. Оно никакого значения не имеет. Учреждение Сталина и Берия, может ли стоять преграды, когда я Богу молюсь? Они не понимают этого. Прямой связи с Богом, как в апостольские времена. Но вы сами сделали. Себе отделился, раскол. Но если меня перекидывают в другую юрисдикцию, а было в мировой истории? Не было. То есть у нас супер уникальная возможность быть полностью свободными. И при том не мы это сделали, Бог это сделал. Если вы считаете, это от Бога, Иларион написал от Бога, мы и приняли как от Бога. Завтра об этом разговор будет. По всей вероятности, Россию покинуло до 7 миллионов душ. А где эти 7 миллионов? Осталось до полмиллиона, но зато верных чад. Наши архиереи умирают на своих кафедрах, тоже священники. Но не со всеми это случается. Бывает так, что семейного иерея не способен приход содержать. Как правило, мы не назначаем иеромонахов на приходы, но это случается, и мы таких перемещаем, когда видим их в опасности духовной. В царской России, к сожалению, тоже гоняли архиереи по всей России под бдительным оком оберпрокурора. Но мы от этого избавились. Все наши приходы теперь в России живут и будут жить нашей нормальной жизнью, так как и мы живем здесь. Никто не знал, что это будет. И то, что вот это признание акта о каноническом общении и прочее, от объединения ни одного слова не было. И даже на это никогда бы они не пошли. И дальше что он пишет? Почему-то русские люди в особенности настаивают на том, чтобы женщины были в храме с покрытыми головами. А по настоящему смыслу апостол употребляет слово «покрыть с головы до ног», чтобы не было видно голого тела. Другими словами, скромность в одеянии, а не только на голова. Все это мы постоянно объясняем и постоянно боремся с нарушителями правил. Епитимия всегда налагается в зависимости, во-первых, от степени покаяния и от серьезности греха. Это он мне пишет на мои вопросы. А потом мы с ним вместе были, пили, ели и ездили. Мне говорят, что сделала с нашим митрополитом, говорит. Я, говорит, такого не видала. Ну, допустим, приехали мы, какой город, я не знаю, Сакраменто, сейчас не помню, где мы ездили. И он там же, ну, высокая такая, подиум, где, ну, кафедра, я говорю. И вдруг он с первого ряда быстро поднимается, ему уже 80 лет с лишним было, подходит, у меня микрофон берет. Я сколько раз говорил, вот наконец-то приехал человек, который подтверждает это, веселый, и вернулся назад. Я говорю дальше, он снова поднимается и берет, вы слышали? Это не мои только слова, и дальше начинает говорить. Я удостоился чести молиться рядом с ним, я видел, как он молится. Но так как он престарел, ему сделана такая, как, ну, стоечка, и он так за нее держится. Вместе мы обедали сколько раз, сам он посуду моет. Это у меня снимки сохранились даже. И дальше он пишет, вот важные слова. За правилы московской патриархии — это самые настоящие лютые внутренние враги русского народа. Вот как их называли. И недалеко то время, когда мы их объявим безблагодатным сборищем. Вот и всех. Я помню, в вот нашем так. монастыре, ну, прочитай. Где я подвязался, нам преподавал знаменитый профессор Карташов. И вот наш настоятель попросил его проповедовать. Благо, что он был уже в стихаре, как ипотиакон. Его проповедь была интересная, насыщенная мыслями, но тепла. И с ней убедительности не было. Вот почему я вам советую принять сан священника. Конечно, с другой стороны, вас уже как попа не пустят. Может быть, в казарму или тюрьму, или в офицерский клуб. Ну а все-таки, у нас назначен епархиальный съезд духовенства и представителей от Миряна 10 мая. Было бы желательно вас видеть на этом съезде, для чего мы вам присылаем приглашение, уже нами подписанное.
и сразу начать хлопоты о заграничном паспорте и визе для въезда в США, а заодно и в Канаду. Если в обе страны, то из России ли это легче? У нас выходят из печати огласительные слова святителя Кирилла Иерусалимского. Угу. Это очень необходимо из-за количества крестящихся в России и по причине безобразного крещения в кавычках массы людей без всякого приготовления в несчастной московской патриархии, если можно так ее назвать. Ваше присутствие на съезде было бы крайне желательно и для всех полезно. Призываю вас на вас Божье благословение. Ваш искренний и доброжелатель митрополит Виталий. У меня много писем от него было. И подтверждаю, что да, я получил все. Поехал, но впервые за всю их историю, говорит, первый человек по миссионерскому фонду приехал. Это Господь так делает. Я это место убираю. Это в нашей книге «К истинному православию». Ну, еще немножко. Леонид Радченко. Основатель православной группы из сайта «Слово о Христе». Что он пишет? Здравствуйте, Игнатий. Мы пока близко не знакомы, но надеюсь, что, если даст Бог, наши интересы, жизненные цели пересекутся. У нас с вами есть общие друзья, с которыми мы развиваем православный проект. Наша главная цель – это распространение видеороликов толкования Евангелий, подготовленных с помощью интернет-портала «Предание». Я работаю по благословению моего духовного отца, архимандрита Свято-Троицы Сергиевой Лавры Лаврентия, своего наставника, протоиерея Устюжанина отца Андрея. Его вы можете увидеть первым свидетелем в этом ролике, а также многих других священнослужителей, с которыми уже довелось пообщаться и продемонстрировать проект. Буду очень рад видеть вас в числе своих друзей и как единомышленника. С уважением и надеждой на сотрудничество. Основатель про интернет-проекта «Слово о Христе» Радченко Леонид. Ну вот он говорит о Устюжанина Андрея. Андрюша был маленький. А мать у него воскресшая, Устюжанина Клавдия. Это. У меня тут написано, как мы с ней встречались, были, когда он был маленький. То есть у меня есть на что это ответить. Ну и дальше. Тут уже есть. А Андрея Устюжанина знал мальчиком у него на дому. Вот. А ответ я дал, что готов работать. Свои данные. Еще. Вера Павловна Ефимова смотрела и ревела белугой. Вот он, рай на земле, храни вас Господь. Это видеоролик на видеоролик. Угу. Игла, прошу внимательно прочесть, мною здесь написано. Опишу в здравой памяти и уме. Мы не устраиваем тут рай, это абсолютно невозможно на грешной земле. И на картинках многое выглядит иначе. Чувствуется запах роз, а шипы чувствуются только вблизи. Это я ответ даю на письмо ей. Не нужно очаровываться. И не будет разочарования. Все показанное в ролике, это наше. Все, что тут найдете про Потеряевку и про детский православный трудовой лагерь Стан, все с натуры. Но как это все непросто. И все трудности, шероховатости, ямы, пригорки, ущелья и пропасти с вершинами, это далеко за кадром. На пустом месте ни техники, ни средств. И начать строиться, не входя в чужие и брошенные дома. Позвольте, да так бы уже все 17 тысяч погубленных сел в России за 10 последних лет давным-давно были восстановлены. Но у нас есть вера в Господа нашего Иисуса Христа. Есть священник, есть храм и молитва. Молитва и помощь драгоценных помощников, своих и сторонних. Не рай, но и не безбожный ад. Есть отступники. Есть и лютые враги и недруги. Есть закулисные вредители, покосники и падшие, и извергнутые. Но жизнь продолжается, и нужно жить по заповедям Божьим. Не ропща, не считать себя обманутым в надеждах, которые, может быть, так и не суждено будет полностью воплотиться. Вот я хотел показать здесь, я не знаю, только удастся мне или нет, вот это вот митрополита Виталия, от него грамота мне, которая есть. Вот эти. Кто вас благословил на проповедь? Ну, тут увеличить можно или нет? Ну, колесико вперед. А? Колесико мышки вперед попробуйте прокрутить. А, нет. А сейчас? Ну-ка. Ага. Еще вот раз. Еще раз. Ну вот оно, пожалуйста, митрополит Виталий. Вот какого числа? Кирио, 1991 год. Кирио Пасха, это означает 7 апреля. Пасха и Благовещение совпали вместе. Ну вот, пожалуйста, документ. Сфотографирую его, что было где. Еще немножко покажу, это из прошлых. Ответа попросим. Наша главная цель – это распространение видеороликов толкования Евангелий. Игла. Просмотрел и прослушал до конца всю программу о чудесах, начиная с отца Андрея Устюжанина, о Матронушке и о чудесном зачатии более ранее бесплодных. Когда артисты оскорбели или радовались о том, как икона стала мироточить,
как покушение не удалось на серьезного человека и прочее. Душа моя скорбела, пришлось несколько раз останавливать передачу и помолиться. Господи, да как же далеко-далеко далече сумели священники увести свою слепотствующую паству, что не знают ни Тебя, ни Христа, как своего Спасителя. Не ведают о Слове Твоем, о Святой Библии, ни слова. Все матронушка и все чудеса на чудеса, а сами даже внешне видно, какими были, так же и вчерашние встречи с чудом вспоминают. Филиппийцам 1.27. Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу вас, или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую. Тут о вере евангельской ни звука, да и не вхожа она сюда. По программе ведущего Михаила им нужны чудеса. 1 Коринфянам 1.22.25. Это я разбираю то, что, которое сотрудничество призывает, дал ролик, я его разбираю сразу. Ибо иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, а для эллинов безумие. Для самих же призванных, иудеев и эллинов, Христа, Божию силу и Божию премудрость. Потому что не мудрое Божие премудрее человеков, и не мощное Божие сильнее человеков. Не звук о прошлых грехах, а благодати призывающей, а благодати обращающей, а все на благодать освящающую сдвинули. По Феофану Задворнику Говорову. Тут же сидят и священники, и не звука о том, что здесь нужно говорить об обращении, покаянии. Псалом 39.6. Много соделал ты, Господи, Боже мой. Ну да, прочитай это дальше. Местописание просто видно какие. Дальше. Чудеса Бог творит, а не матронушка. И цель чудес только одна. Не деток тетешкать и хвалиться ими, но привести людей к духовному рождению, к водительству Духом Святым. Дальше. Расследование Римляна 15.19. Силу и знамений чудес, силу и Духа Божия, так что благовествование Христово распространено передо мною от Иерусалима и окрестности до Иллирика. Дальше. Расследование мироточения икон и прочей атрибутики уже заставило вздрогнуть невежд. Вот пишет Комсомольской правде 19.03.03 на странице 18.19. Почему мироточат иконы? Бог или дьявол подает знаки? Созданная в 1999 году комиссия по описанию чудесных знамений, происходящих в православной церкви. В состав комиссии входят священники, профессиональные физики, химики, биологи и историки. Сопредседатели комиссии архимандрит Иоанн Экономцев, ректор Российского православного университета и Павел Флоринский, профессор геологии Московской геологоразведочной академии. И вот как они отвечают на вопросы корреспондента. Не сочтите за грубость, но наш народ стал слишком тупым. Вот и все, весь ответ. И Бог как бы подает знаки, чтобы мы задумались о своей душе и вернулись к вере. Хотя, возможно, другое объяснение. Из истории церкви мы знаем, что мироточение может быть не только божественным знаком, но и проделками демонов. Вот и ответ весь. Чему? Ну, хоть маленько задумайтесь, когда уже комиссия говорит, это может быть. Возможно, в потустороннем мире кто-то просто издевается над нашими священниками. Вот хороши священники, над которыми демоны издеваются. А мы ломаем голову над тем, что это происходит. В одном только Иванове уже мироточит 13 тысяч икон. И если такая авторитетная комиссия уже дает отзывы о предполагаемой дьяволе-аде, а возможно чертовщине, то что скажут явные недруги и сектантов об этих чудесах? Ни один самый умный враг нам не подложил такую бомбу, как клюнувший на эти чудеса, в кавычках, батюшки. А теперь вслух заговорили о том, как они всегда считают народ тупым. Да до этой тупости довели его вы, разлюбезные наши пастыри. Вы все довели акафистами, требами да богослужением. Вы же мертвы до упора, мертвы беспредельно. О рождении свыше не слышали, и свели эти слова рождения свыше к мочению волос на макушке головы мокрой ладонью, выдавая это кощунство за крещение. Главные убийцы веры в народе и являются те самые, кто призван хранить народ. Не случайно Иоанн Златоуст говорит, что большая часть священников погибает. Большая часть из этих резоносных и с косичками будут гореть в аду. Прямо от проруби соби. Большая часть из этих избранных президиумы в епархиях. И Иоанн добавляет, что если бы хотя одна душа погибнет по небрежности священника, то ему не хватит всей его жизни, чтобы загладить всю вину. А их гибнет миллионами. Это миллионы в православных храмах ничему не наученные умирают.
Им бы новый закон, чтобы эта власть устроила освенцев в стране, чтобы ловили и жгли, ловили и душили, 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 как шариков котов. Душили староверов, баптистов. А сегодня говорят, что это эти люди будто традиционно местные. Они такие спокойные, такие тихие, не деструктивные, не экстремисты были, не фанатичные, не тоталитарные, не вредные. Вот как заговорили, когда появились новые секты, то готовы старых своих врагов брать соратники, чтобы одолеть новоявленных гуру, не пятидесятничество, со всеми харизматическими выкрутасами и песнопениями. И их не уничтожить, не выбросить из страны, не одолеть. И власть не пойдет на это, не поможет сектантам. Но поможет сектантам. На этом раздрай и воссядет дядя Антихрист. Истинность веры доказывается только Библией и нашей жизнью. Если бы батюшки учили народ знанию Священного Писания, то результат какой-то мог бы быть. Но богослужение, традиции, чудеса, на этом и закончится православление в России. Православие. Православие в России. Ибо беду священники уже ощущают, но делать ничего не умеют, как говорит Феофан Затворник. Горе вам, что затворяете Царство Небесное человеком. Матфеем 23.13. Это сказано архиереем. Это Феофан Затворник дальше говорит. Вот это, кавычка, вот откуда начинается. Это, почему он взял это? Он видел, что главное, вина падает на священников, что революция произошла и прочее. Это сказано архиереем, которые сами не учат народ спасительному пути, и священников не заставляют это делать. Это патриархийные такие. Сказано священникам, которые оставляют народ в небрежении, не заботясь объяснить им, что нужно для спасения души. Вот весь ответ в этом. Почему они вокруг меня? Потому что я не такой. Я им свидетельствую свободе совести, что они отвечать за это будут. Перестаньте безумствовать, выйдите к народу, извергните развращенных, голубых и прочее. Что я сказал-то? Еретик! Еретик! Сектант, еретик, псевдоправославный. Вот беснуются вокруг, бегают. А что? Приговоренные. Как написано 2 Паралипоменон, 25 глава, 16 стих. Обличал царя, царя, кто тебя ставил? Замолкни, чтоб тебя не убили. Он говорит, я понял, ты согрешил и не каешься. Я понял, Бог решил убить тебя. Я говорю это патриархии, вы все будете уничтожены Богом за грехи. Это рядом уже расплата идет. Вам голос зазвучал никем не стесненный. Мы сейчас вообще на собой никого не имеем, слушаем только Бога. И вы это подтвердили. Дальше. От этого народ пребывает в слепоте. Одна часть остается в уверенности, что идет правильно, а другая хотя и знает, что у нее не так идет дело, но не идет куда следует, потому что не знает, как и куда идти. Это Феофан Затворник говорит о русских людях, 1861 год. От этого разные нелепые понятия в народе. От этого легко находит доступ к нему и всякое злое учение. Откуда сектанты? Это православные батюшки туда поставляют контингент. Священник обычно думает, что у него в приходе все исправно и хватается за дело только тогда, когда это зло разрастается, выходит наружу. Но тогда уж ничего не поделаешь. Священник первым делом своей совести должен считать совершенствовать взрослых в познании христианской веры, а юное поколение готовить с первых сознательных лет, объясняя им то, что им нужно и можно знать, когда и как будет удобнее. Феофан Затворник. Ну, спрашивается, ну, о Феофане Затворнике мы поняли это. Но интересно, о Чаплине раньше еще говорил Андрей Кураев-то. В алтаре он говорит, как мне это надоело, ее православие. А теперь уходят оттуда. Они неверующие. И народ им доверился. Какие-то миссионерские фонды там что-то составляют. Какие-то председатели, никого. И вот они сейчас увидели. Увидели только во мне врага, больше никого нету. Ни упущенных, которые есть люди, ни что в стране делается, ничего не видят. Полная слепота, полное помрачение ума. Вот кто еще сказала? Юлия Смоникова. Ну, это что? Здравствуйте, посмотрел некоторые видео на вашей странице. Ну, понимаете, у нее жених старообрядец, вот где говорится, тут что и как выйти, что это означает. Ну, все на этом сегодня. Вот, раскол, еще, вышел книга. Это меня спросили про этот фильм, вот «Раскол», я отвечаю. Вышел фильм Николая Достоля «Раскол», 16 серий про старообрядцев и Никона. Сильно фильм поставлен, и видно, что ни те, ни другие, ни о Святой Библии, ни о Христе ничего сказать не могут по Писанию. Это ни Аввакум, ни Никон. Так и тут. Если вы оба одинаковы, и знания ваши мизерные, и не евангельские, то какая вам разница в остальном? То есть она старообрядец, он старообрядец, ничего нету-то. По плоти, не учитывая бессмертной души, ваш жених прав, что говорит. То и делайте.
Там научитесь на всех свирепеть. Научитесь. Там научитесь на всех свирепеть. К старобрядцам перейдешь, научишься свирепеть. А, привыкните к застою, обрызгните и превратитесь в толстую жирную бабеху. Помочь вам никто не в силах, пока Дух Божий не коснется вашего сердца. И вы тогда только сможете пустить Иисуса Христа в свое сердце. А далее вас учить уже не нужно будет. Все будет по Евангелию. Если у них там есть священник, если другие причастия, то это настоящая церковь православная, только со старым дониконовским обрядом. Но если нет священника, то это беспоповские наставники, то это раскол, и туда вам вовсе не нужно идти. Расстаньтесь вы с этим женихом навсегда. Филиппийцам 1:27. Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне приду ли я и увижу вас или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую. Ну вот и все. На этом сегодня. Благодарю Володю. Он простыл немного и снимает. Во славу Божию. Что могли, мы это показали.